Всем здравствуйте! Сегодня покажу вам, как без особых навыков шитья пошить платье-сарафан. Почему быстро мы это пошьем? Потому что у нас уже есть верхняя часть. Можно взять футболку, ну а я возьму вот такой топик. Подходит и черный, и красный, но все-таки красный к лету поближе. Высота топика 40 сантиметров, значит 20 сантиметров это верхняя часть и 20 сантиметров пойдет на нижнюю часть. Ну вот эту подгибку я отрежу, потому что здесь вот толщина большая и оно нам не надо. Так, сколько у меня ткани? У меня ситец 1,5 метра у меня в длину, при ширине 1 метр. Так, бедра у Настеньки примерно 100 сантиметров. Это вот именно вот эта часть и будет бедро. Так, при сборку сделаем 30 сантиметров. Значит, в круговую у нас будет 130 сантиметров. Делим на 2, значит, будет 65 сантиметров. Длина юбки 80 сантиметров. Значит, вот здесь возьмем 65 сантиметров. Здесь у нас в длину 40 сантиметров. 20 примерно у нас есть на топике. И 20 сантиметров у нас будет вала. Вырезаем вот именно прямоугольник. 65 на 40. Итак, юбка у нас раскроена. Валаны также раскроены. Так, ну если Настенька захочет, сделаю ей бретели из основной ткани. Ну, может быть и так ей понравится, без бретелей. Итак, складываем эти детали лицевая к лицевой, стачиваем боковые, обметываем и также поступаем с валанами. Стачиваем, обметываем, делаем присборку. Юбку стачала, всего 2 шва, швы обметала. Также поступила с валаном. Стачала, обметала. Значит, если 30%, то валан был бы у нас примерно 1,70 м. Мне показалось этого мало. И я сделала валан в длину 2,5 метра. Присобрала. Вкладываю вовнутрь юбки. Получается лицевая к лицевой, срез к срезу. Скалываем и пришиваем. Ну, если Настеньке юбка будет длинновата, вполне возможно, вот верхнюю часть я уменьшу. И если она захочет, то к футболочке, к топику я пришью вот такие бретели. В ширину они при раскрое были 5 сантиметров. Итак, пришила валан, стачала топик с юбкой и теперь обметываю эти швы. 5 минут прямо шитья и наше платье-сарафан будут готовы. Низ подшила обычным способом в подгибку. Осталось только отутюжить платье, ну а бретели пришью после примерки. Девочки, аналогичным образом можно пошить не только хэбэшное простенькое платьице, но можно пошить даже вечернее платье. Вот смотрите, перед вами топик с люрексом. Прекрасный топик. И если добавить вниз юбку, также юбку присобрать, вот прям чуть ли не одним швом, да? Ну, боковой еще будет шов. И у вас будет вечернее платье. Ну, подбирайте ткань аналогичную или в цвет, или контрастного цвета. Вот такой сарафанчик у нас получился. Шьется очень легко и быстро. Надеюсь, вам все было понятно. Шейте, девочки. Лето продолжается. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.